Дорогие участники, позвольте вас поздравить, присоединиться к словам поздравления, относящиеся к открытию этого соревнования, к тому, что вы приехали. Огромное вам спасибо. Мы очень рады вас видеть на соревновании и надеемся на то, что вы покажете свое мастерство и свое умение на трассе. От Комитета спортивной техники Российской автомобильной федерации я хочу сделать следующее объявление, что согласованным решением с комитетом, с коллегией спортивных комиссаров принято следующее решение. Класс D2 Junior перед финальным заездом при построении на стартовой решетке будет произведено контрольное взвешивание финалистов. 10 автомобилей, которые выезжают в финальный заезд, перед заездом будут взвешены. По результатам вчерашнего взвешивания вы веса свои все знаете. Будьте добры, проверьте еще раз, чтобы у вас, кому необходимо, был соответствующий балласт. Если балласт установлен, чтобы он был закреплен. В общем-то, у меня все. Можно как угодно. Дима Лапили. Как это так получилось, расскажи. Ну, я ехал и зацепил песок, почку в песок, получился переворот. Ну, то есть вся там уже... Колесо воткнулось в почку, я перевернулся. А страшно было в этот момент? Ну, когда толкался, в принципе, не страшно, потому что у меня до этого почти то же самое было. Ну, то есть... уже не на спортивной, а на обычной машине.
То есть уже не впервой, да? Ну, да. Ну, спортом я меньше, чем полгода. Меня сначала не хотели брать на соревнования, потому что думали, что плохо езжу. Как я проехал зачет в Кемере, у меня было лучшее время, и меня поэтому взяли. Но сейчас уже получается все лучше и лучше, да? А нравится тебе это? Да. Автоспорт все-таки больше считается мужским видом спорта. Как сверстники относятся к твоему увлечению? Да так все нормально. И для девушек это тоже можно. Тебя хвалят сверстники? Ну, так что да. Вот ты сейчас первое место заняла в этом круге? Как у тебя ощущения? Как их победное место? Пускай хоть один круг, но все равно. Ну, так все идет хорошо, но финал это будет сложно. Пока все хорошо и чувствую все хорошо. Готовься дальше показать? Отстоять свое место призовое? Ну, конечно, где-то второе-первое место это точно. Значит, боевой дух кипит.